Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сегодня у нас уже 11 июля 2019 год. Вот свиноматка сейчас получит. Не, пока не получит. Сегодня должна уже опороситься. Делаем ставки в комментариях. Опороситься сегодня ночью или нет? Видите, уже выпустили мы ее немножко прогуляться. Сразу грязевые ванны начал принимать. По срокам уже должна была дня три как опороситься. Ну, видно, трошечки. Давай, давай, вставай, иди давай на место. Грязевая ванна последняя. Да елки-палки. Все, давай, пошли домой. Сама, видите, пошла место. Давай, давай. Ну давай, что ты? Слоняра. А ну, ткни в морду. Не-не-не-не-не-не-не. А сейчас кто-то будет получать. Ну, обижать мы свинку не будем. Хорошая. Смотрите. Куда? Куда? Смотрите. А ну. Чухается. Жарко. У свинки этой будет уже третий опорос. Сейчас мы ее приманим. Она приманится на еду. Да не, она уже, знаешь, такое у нее состояние. Как что-нибудь подродить. Место ищет. Сейчас будем загонять. Ох, елки-палки. Тут у нас колюшка немножко образовалась. Дожди прошли. Иногда мы выпускаем свинок, и они полюбляют вот здесь вот. Видите? Просто она сидела недели две безвылазно. Может, и не надо было ее выпускать. Ну, в принципе, желательно выпускать, конечно, супоросных свинок, чтобы они не теряли свою форму физическую. Тогда у них опорос хорошо будет проходить. Нормально уже у нее ярко выраженно опустился и живот, и молоко уже прибыло. Молоко будет с шоколадом в этот раз. Шучу, конечно. Сейчас она зайдет на... Она у нас на подстилке живет. Там у нее сразу все это посушится, вычистится, будет чистенько. Сейчас будем ее загонять каким-то сказочным образом. Она пришла с хряком поздороваться. Это вьетнамец. Вьетнамец тебе не друг. Да, думаешь, таким вкусным не кормят. Свинка, кстати, спокойно, видите, я хожу, она мне не кидается. Породы, я так понимаю, ПТРН, разноцветная, мясная, все как надо. О, хряка увидела, хряк Гаврюша, Гаврюша подрос трошки. Ох, ничего себе, Гаврюша. У тебя так пена, как будто ты, ну как сказать, как будто ты траванулся. Все, знакомство прошло. Гаврюша пустил пену. А Рыжик пойдет сейчас на место. Все, давай, Рыжик, на место. Ты везде тут накакал, иди отсюда. Рыжик. Ой, елки-палки. Илюха, давай загони ее. Сейчас я ее загоню, посмотрим, как она будет себя в своей берлоге. Ну, предположительно, сегодня должна опороситься. Место, место! Ну, а там как пойдет. Она у нас и так уже что-то задерживается. Пошла, Рыжик, пошла. Сейчас мы ее загоним. Оказывается, у нас свинья в прошлой жизни была коровой, поэтому ведется только на этот сам, на траву. Ну, траву в хорошем смысле слова. Давай, давай. Блин.
Не знаю, наляпала она на объектив или нет, это мы узнаем потом при просмотре. Все, выходи отсюда, мальчик. Мальчик, выходи. Вот свинка. Сделали все приготовления к опоросу. Почистили, ну как почистили, перекопали подстилочку, убрали, тут трава была. Подкармливали и травой, по лету трава очень хорошо заходит. Все готово, в принципе. Поэтому, надеюсь, сегодня ночью она поросится, и это будет очень хорошо. Видите, да, как свинку видно, прям хорошо видно по ней, что она уже готова ко всему. Но мы ее не будем выпускать. Yes. В это время ее лучше, конечно, не беспокоить. Сейчас мы максимально ее предоставим себе. И чтобы у нее не было никаких отрицательных эмоций. Уже месяц, ну, месяц. Хотя бы недельки за две до опороса вообще желательно не менять ей ни рацион, не переводить на другие, на другое место, иначе могут быть проблемы после опороса или во время опороса. Хоть эта свинья у нас и спокойная, он сейчас покушает, и будет все классно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Можете в комментариях написать, предсказать, сколько будет поросят. Так я предсказываю 10, а там сколько будет. Всего доброго!